Так вот, мы сюда пришли бороться с сказками. А сказки в нашем городе везде и всюду обитают. И везде и всюду вам говорят, что мы вам быстро-быстро сделаем ваш автомобиль. Я вам просто объясняю. Посмотрите за моей спиной. Сколько здесь автомобилей? Да здесь нет автомобилей. А зайдите в те сказочные места, где вам говорят, что ваша машина будет сделана очень-очень быстро. Смотрите, сколько там машин? Много? Вот. Вот в этом-то самая сказка и заключается. Вам проезжают и правильно проезжают по ушам. Естественно, они говорят, что мы сделаем, и все у вас будет круто. Но если большое количество автомобилей, то машины по сути не делаются. То есть может быть они наедут на страховую компанию, может быть эти деньги выбьют, может быть получится, а может быть и нет. Машин много? Возникает вопрос, какую машину будут делать? Вашу? Да нет, нет, уж поверьте мне. Будут делать ту, за которую кто-то пробашлял. То есть понять нужно. Если вы хотите сделать свою машину, надо приехать туда, где машину ваша и делается. Машина делается вот здесь. Как до сюда доехать? Это практически центр города. Вот до Бориса Ручьева это ровно отсюда 100 метров. Вот за моей спиной лента. То есть понять надо, где машина делается. А машина делается здесь. Это, ребятки, так жестко, как вы хотели. Ну так получите. А теперь вопрос. Сколько вас таких? Вопрос нужный. Количество автомаляров из Советского Союза было немногим более 10 на весь город. Как правило, автомалярами были женщины. Работа была такая. Сейчас машин больше, но каков результат? Далеко не каждый может вашу машину грамотно покрасить. Намалевать запросто, но так, чтобы было от винта, немногие. Теперь вопрос с кадрами. Он также высок. Лепнину лепить из шпатли может любой. Как грамотно сделать, а? Думайте, господа. Потому как, купив автомобиль и даже новый, вы попадаете на покрашенные детали. Обаца, машины в работе. Так вот, если вы сюда придете, вам скажут, на какое время вы машину свою оставьте. Потому что машины в реальности очень быстро делаются, они не стоят на месте. Здесь есть все. И замечательные пистолеты, и замечательная покрасочная камера. Все здесь есть. Количество работающих. И они никуда не деваются. Представляете, да, можно там кого-то привлечь, а то кто-то может быть исчезнуть. Здесь такого нет. Здесь люди делают машины, восстанавливают. И потом вы уезжаете на своем замечательном автомобиле, который уже и не скажешь, что когда-то был ударен. И посмотрев интернет, понять надо. 99% раритетов покрашены. Ну потому как невозможно долгое время держать краску на улице, не получится. Поэтому верить проезду по ушам не надо. Краска – это часть бытия вашего автомобиля, поверьте мне. Идеальный вариант – и эта краска. Кто ее делать-то умеет? Да тот, кто не стоит на месте. Потому что это суть. Делаешь много – получаешь супер. Как это делается здесь? Ну и как найти этот сервис? Да это просто. Старая магнитка и заезд с Ленина. То есть с любой точки от Завинягина до Труда при повороте налево или право вы найдете. Причем цены не космические. При этом качество реально. А реальное качество проверяется автостопом. И в завершении сюжета то же самое. И в очередной раз про сказки. Ребята, ну в конце концов, вы же взрослые товарищи. Вы должны понять, что если машин много, то ничего не получается. Да, 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 мы за вас все порвем, мы сделаем из страховой компании. Ребят, ну не каждая страховая компания это делает, понимаете? Мало того, как страховые компании это дело оплачивают, да я бы, честно говоря, вообще бы к ним не пошел. В другом случае, сейчас объясню ситуацию. Это, конечно, круто, что вы такие навороченные, вы ударились, вы правы. Только вот когда вам деньги вернут, это еще вопрос. Ну да, если вы правы, то я понимаю, что у вас должно быть машин, наверное, штук 5. В загашнике стоять, а если нету? То есть вы типа ударились, типа вы правы, и через сколько вы машину получите? Вы получите сразу же? Нет, не сразу же. Год. Ну не год, естественно, ну полгода-то точно она будет у вас стоять. Вам это надо? По-моему, нет. Возникает дивный вопрос, куда обращаться, где все это делается? Делается это все здесь. Потому что это есть правило. Машины делаются, и люди уезжают на своих отремонтированных автомобилях.